И всем привет, с вами Блюкет, и сегодня у нас разбор новой серии Skibidi Toilet Multiverse. Превьюшка уже многообещающая. Почему? Потому что. Потому что там нарисован тот, кого здесь вообще по логике, но быть не должно. Это зомби Титан Тивимен из вселенной Монстр Аппа. Я, конечно, это не смотрел, но точнее первые там 20 с чем-то серии смотрел. Здесь нарисован старый Титан Клокмен. И еще этот Фьючер. И, конечно же, зомби Титан Тивимен. Значит, это просто два огня. Это долго серия, не знаю, не показать. Нифига, уже эпичное начало. Да-да-да. Финальная часть, кстати, да. О, у них фиолетовая энергия. А, ну да, это отсылка на 70-ю серию, парт 2, когда мы узнали о технологии Тивименов. А, они попали сюда с Фьючером. А, погоди-ка. Погодите-ка, я сейчас чуть пораньше переведу на время. Сейчас вот когда они туда телепортируются, что он сказал? Итак, это побочный эффект телепортации, да? Да, попали. Сейчас, не кажется ли сейчас, говорит, здорово, братан, просто. Ты ученый? А что, он просто сейчас возьмет какой-то... Да, я это сказал, что он сейчас по кругу будет атаковать. Атаканет по кругу. Еще. Сейчас их фьючер уже. Ну ты выглядишь круто. А, да, там же нарисован Клокмен Титан из Монстр Аппа вселенной. Они туда телепортались. Только не говорит, что об этом будет вся серия. Что, ну просто. Умоляю. Что такое? Чё? Да! Чё, Саша? Взял вот таким, такой одним пальчиком щелбанул. Откуда они? Они все еще не в той вселенной? Они все еще в вселенной Монстр Аппа? Да, они во вселенной Монстр Аппа. Что вот, Сонар Титан из The Skibidi Verse. Я тебя понял, он же заражен, да. Он оранжевый, ядро оранжевое. Это вот Сонар Титан из The Skibidi Verse от Вирленса. Эй, ты хочешь присоединиться к моей вселенной? И просто... Фу, наконец-то они в своей вселенной. Это начинает надоедать. Наконец-то они... Уверен, ты знаешь, у нас общий враг. Следует перестать... Чё он там сказал? Нам следует перестать тратить наше время впустую. И его сломали фьючера. Вот что-то... Я ж заболтовню среди боя. Мне кажется, что фьючер не так уж и прост. Даже говорю, что фьючер, он не так уж и прост. Он просто даст ему такой почётчик. Ну, поздравляю. Ты только что разозлил меня. Ну все. Строим могил 07. Подписчики. Собираем лайки на могилу Mail 07, честно, подписчики. Собираем лайки на могилу Mail 07 нашему. Что это вот его, мне кажется, последний момент жизни. Чё? Фьючер он. Почему я не могу двигаться? Ты используешь гравитацию? Гравитация теряет смысл без времени. Так зачем использовать гравитацию, если я могу просто остановить время? Понятно. Сейчас я использую только другой уровень остановки времени.
Так как ты был своего рода иммунен к первому уровню. Блин, случайно перемотал на 10 секунд. Сейчас возвращаем. Уровню. Как? Нет, блин. Ладно. Он вливанул. И не могу поверить, что я собираюсь это сделать. Беттани жива. Он такой... Подписчики, кстати, сегодня понял, кто такая Беттани. Об этом еще не говорил ни один блогер. Можете сами все посмотреть. И Беттани... Это... Та девка, которая пытался убить механический пенис. Да, я про Сипена говорю. Беттани — это его дочь. Будущем, ты можешь чувствовать себя, как когда тебя лгут. Теперь скажи мне, что я лгу. Лгу. Он тебе скажет. Ты всегда мог отслеживать ее местоположение. Но ты не пытался, потому что... Но ты никогда не пытался. Потому что боялся, что столкнешься с мертвым телом. Сейчас не слишком поздно. Чуша зависла. Блин, ну шо? Что такое произошло? Дом студио. Алло, блин. 5 минут. 5:10. Стоп. Погодите-ка сейчас вот. Сейчас не слишком поздно. Ну что угодно. О! Это что, кот на дудочке играет? Кот-то... Всё? Как мило. Фьючер. Ну честно, это все уже мило. Но если бы сейчас еще бы сразу всех элитов вместе с двумя этими элитными мутантами, тех я про элитов, про всех. Типа Клоквумен элитный, ну, Клок элитного. Если сейчас еще кто автоматически элит сдохнет, это будет просто лучшая серия из всех мультиверсов, даже из оригинала. Ну просто. Будет самое лучшее видео во всем, во всех мирах, во всех вселенных. Во всем мире, на всей планете Земле, даже и на остальных хоть... На. Не смотри на меня так. А чё он обиделся? На кого он обиделся, Нурел? Дом студио Дискорд. А что будет, если я к ним сейчас в Дискоре? В Диске присоединюсь. Блин. Можно к ним в Диске присоединиться. Скип. Дом. Дискорд. Look at play. Я человек. Да, я человек, я не больше. Да вот я видео снимаю, ку-ку. Выберите зум. Пожалуйста, нажмите на двух существ, которые живут под водой. Раз и два. Дальше. Под водой. Раз и два. Готово. Готово, блин. Раз и два. Дальше. Ну чё?
Два теста что делали, всем вообще плохо. Используйте что-то дату вашего рождения. День. 6. Месяц. Январь. Год. 2014. 6-я твоя дивизия. Вот. Вы реально дебил. 6-е. Ну просто, ну да. 6-е. Готово. Тут ну запись. Имейл. Ой, блин. Если я сейчас сам к себе в диск зайду, у меня все норм будет. Я же зарега. Да. Кстати, подписчики, у меня к вам такая небольшая просьба. Все знают, что YouTube скоро заблокируют. И я буду вести другие каналы. Если получится, я буду дальше снимать видео тут на YouTube. Я буду также снимать с VPN. И вам советую его скачать. Такой вот он называется. Сейчас я посмотрю, как. VPN он просто называется. Просто заходите в Google или App Store и пишите большими буквами VPN. И вот на это самое первое нажимаете и включаете. И все, и вот так. Если все-таки YouTube заблокируют, как думаю я, потому что это не как тот же самый Бравл. Что если в Бравле сразу все заблокировалось, а здесь просто отключается интернет. Короче, подписчики, так. Если мы и на YouTube даже с помощью VPN не сможем с вами видеться, я не смогу снимать видео, то я скачаю именно вот эту вот сеть. Я буду снимать в TikTok и выкладывать видео, публиковать в свой Telegram-канал. У меня Telegram там группа. У меня группа, в которую могут все вступить. Называется она... Сейчас я гляну. Вот, все просто вот сейчас гляну. Погодите. Сейчас где-то у меня телега. Вот. Котовая телега. Моя группа называется Котовая телега. Любой может в нее вступить и наблюдать за видео. Я, когда заблокируют YouTube, я также буду еще снимать в TikTok. Ладно. Сейчас мы будем разбирать серию. Начинается с того, что пишут Skibidi Toilet by the Fuck Boom. Golden Future два раза делает себе пятюню. И как в Toilet Tower Defense, это шокер так делает. Делает лайтинг. Смайт. Просто. Ну, командир из глаз бьет ультразвуковыми лазерами и падает. Дальше он что-то разбивает стекло и создает фиолетовую черную дыру. Ну, фьючер ее. Фьючер он достает какой-то свой там часовую желтую дыру. Там как звучит. И они уже улетают в нормальную желтую дыру. Дальше они появляются в Skibidi Toilet Zombie Universe. Этот держится за голову. Что у него... Поглядите на его глаз, вот этот. Вот просто. Я сейчас приближу к этому глазу. Вот. Он даже вообще красным стал. Вот просто. Хотя не знаю, может так и было. Ну, ему больно, видно ему. Кстати, вот эти штуки, вот.
на плечах которой я часто стал видеть у игроков в Роблоксе. Напишите, откуда это. Может, это из нового The Gaming, вот это, Games. The Games, нового ивента. Конечно, конечно, у него вообще что-то голова трескается. Вот смотрите, блин. Ах, вы заметили? Просто я сейчас вам... Он сказал да, что там было да, и он не говорил yes, он по-русски сказал да, вы видели, ну просто. И тут появляется куча зомби-ученых-камераменов и куча скибидистов. Это что-то им показывает такой просто вот Сигма. Выражение Сигмы, такой глаза вот подмигивает. И он опять же свой сверхзвуковой луч делает, стреляет им лучом этим. И вдруг... Погодите, блин. Вдруг на него падает Джимен, говорит, ты выглядишь круто. Это точнее фьючер говорит. Вдруг мы видим, что Клок Титан, Клокмен, стопорит зомби Титан Тивимена в попытках вылечить его. Еще он застопил Джиггернаута. Я точно надеюсь, Джиггернаут. Ну и вдруг Джиг. Жалко, что здесь не добавили Джимен Титана, что он же там новый Джимен, вот этот титановый, появился в вселенной Монстр Апа. Кто не знает, смотрите. Его канал называется Монстр Ап. Большой буквы монстр, пробел и большой буквы ап. Кстати, а что это у него на спине за пульт от ядерки огромный? Вдруг Джимен улетает к Локу. И этот достает со своей руки ученого-камерамена, который, видно, в этот день не позавтракал. Видно, вот в лаборатории в своей хотел пойти пообедать, но вдруг ему приспичило по-большому. И он пошел в туалет, и из туалета выскочила зомби-голова и укусила его. И он решил покушать Golden Future, нашего фьючера. Ну, фьючер понял, что такими темпами его в ближайшее время уже заразят. И отрегенил свою ручку. Или вернул время на руке, когда этот камерамен собирался его укусить. Вдруг кто-то кинул ему в руку камерамена. Голден создает опять же наш... Это же простой фьючер. Черную дыру. Ой. Поглядите-ка сюда, подписчики. Есть такую плохую вещь. Заметил. Давайте мы сейчас так-то просто, блин, отскриним. Это на самом деле жесть. Кто знает, о чем я, ставьте лайк. Еще можно собрать лайки на то, чтобы побыстрее мы тут... Чтобы быстрее вышла следующая серия. Кстати, если он узнал, что Бетта не жива, и мне кажется, что в ближайших сериях тут уже Альянс расскажет о том, какая гнида пыталась всех убить и там все и убила сына Вильяма. Что вот сын Вильяма, он-то точно убит. Это мы знаем. Ну, хотя, может, Вильям. Он мне кажется, что Вильям просто такой скажет: ура! Мой сыночек жив! И просто такой от радости вот так в припрыжку побежит в ту деревню. Или еще там в какие-то города отслеживать и поймет, что его разочаровали. И будет битва уже Вильяма с фьючером. Может быть, и Вильяма, и Билли с фьючером.
хотя после этого, мне кажется, дом их заберет все равно. Так-то в тот момент в нужный, когда они поймут, что сын Вильгельма сдох, он погиб, то тогда дом заберет их, и они вместе с нашими сраными элитами будут готовиться, будут строить план по убийству Голдена. Может быть, еще и... А может быть, еще и нашего Мэйла прихватят. Вот они еще вернулись. Они начинают чертить фигуры своими линиями. И они начертили уже там много всего. Даже значок Первого канала. Кто заметил, пишите коммент. Вот летит сонарный титан. И камерамен титан в своем джетпаке. О, кстати, у этого тут отображается как желтый. Вы заметили, что здесь прям зеленый цвет такой, даже бирюзовый, можно сказать, отображается. И дальше тут уже свой энергетический бал. И энергетический шарик. Этим шариком он плющит и делает ультрасверхзвуково-часовой блинчик. И вдруг его блинчик взрывает сонар титан. Видно, подгорел немножко этот блинчик и невкусный. Вдруг вылезает недовольный сонар. Присоединится к моей вселенной. Ну, видно, у сонара вот просто полная сонарность. И даже вот просто так-то возьму. Это у него вот такая была линза. Мне кажется, что она будет вот такая просто. Потом вот такая. Ну это все просто. Что он просто такой. Это он фьючер, даже не знаю, что это тут чубрик, что он заражен. Он заражен уже во двух вселенных, но в первой, где он был заражен, его вылечили. А во второй он все еще инфект. Вот просто... Кстати, вы заметили, что у Сонар Титана голова большого камерамена просто. Ну, конечно, текстура мыльных гор Сонар Титану идет, будто воротник на пуховичке. Ну, честно, прям такой... Прям вайб этом, как вам это объяснить? Вайб любой бабки в мороз, просто вот. Вайб бабки в мороз. Тут Мэйл 07 поддерживаю. Что он хоть спас фьючера, а то бы это сейчас просто взял бы и того... И тому бы хоть миллиард блинчиков, но не помогло бы фьючеру. Это такой просто упал на колени. Это начинает надоедать. Я уверен, что ты знаешь, у нас общий враг. Он, если что, говорит про Альфу, командира Альфы, про Пениса, про контр-титана, про Пена, про контр-титана и про контр-Пена. Ну, конечно. Вот. Почему не надо покупать Ролекс, часы Ролекс? Потому что они очень хрупкие. Если вы примерно раз 10 посмотрите на них время, и оно не будет показывать. Если вы хоть пальцем сильно дотронетесь, то они просто взорвутся. Хотя, не все часы все-таки умеют... Не все Ролексы умеют создавать такие блинчики. Такие блинчики. И не у всех есть такое красивое тело. Не все они летают со сверхзвуковой скоростью. По порталам.
Ну, я проверил. Если у меня денег хватит когда-нибудь, то я ролик скуплю и проверю. Может быть, реально это. Кстати, это что? И не про... Что у него вот на ремешке эти часы такие прямоугольные, и на них такие же лучи, как вот на нашем любимом ученом Клокмане. А вот сама пасть внутри, там такие эти отметки времени, и они мне напоминают, это вот из просто 2018, легенду 2018 годов, 2019-х там, 2020-х там, каких-то таких годов, когда вот был популярен сиреноголовый, и такой был какой-то там сиреноголовый, как их, который там поедал, такой был, с такой пастью, такой типа паука прям. О, кстати, вот что называется раздвоение личности. Я просто остановил кое-что между двумя кадрами. Тут видно, что оба они лежат мертвые. Просто такой, а я сейчас заметил, что он у него за спиной так появилось. Именно не он появился. Вот. А, я понял, что он желез к этому в тело. Ну, поздравляю. Ты только что разозлил меня. Это просто берет и... Если тот был сверхзвуковая его скорость, то это уже... Удар со скоростью... Это уже вот легенда. Это Чапалах со скоростью света. И просто. Вот что делает настоящий... Настоящий просто... Ультрагикачат с роликсами под гиперзарядом. Просто. Сексилиарды. Просто, ну, всякие там сексилиарды в Чапалахах. Чапалахов со скоростью света. И даже быстрее скорости света. Вдруг появляется куча блю-фьючеров, которые вертятся вокруг этого. И вдруг у него закружилась голова. Он немножко потерял сознание. И когда очнулся, уже не мог двигаться. И что-то он... Гравитация. Он не управляет гравитацией, он управляет временем. Это как-то странно все, что... Я немножко не понимаю. И почему я не понимаю? Учите же физику. Хотя, не знаю, относится ли это к физике. Но к чему точно? Бедные блюфьючеры. Домы. Вы намекаете, что синий цвет, он слабый? Осуждаю. У меня даже шторы синие. Ну, если говорить о том, как в Москве все у меня в моем доме, в моей комнате. У меня вообще все синее насмерть просто. Вот, вы зайдете, и у вас будет передозировка синего цвета. Честно, вот. Кстати, а что у него вентили на локтях? Беттани жива. Видно, Клок увидел, что это уже все, и пожалел его. И мне кажется, что потом элиты вместе с агентом Домом и этими мутантами будут сражаться против Клокманов, Мэл 07, Джиджимена там и всяких еще там некоторых. Ну, короче, там и всего альянса, там всех туалетов. Ну, хотя это как-то на равных там все, что ведь Дом-студию это бог, а весь альянс и все туалеты это тоже, просто бог. И может они как-то на пару каких-то времени объединятся и будут даже убьют Альфу с командиром, Бабуниром потом. И потом уже в итоге все начнется битва. Фьючера, может, убьют. Ну,
И все помирятся. Будет все окей. И на фьючер. Может быть, еще и останется жив. Ну, может, как-то так все будет. Он пожалел командира. Это первый раз нам сказали, что он может это видеть. Кстати, нет еще ни от кого разбора. Нет кого. Нет, не... О, новое это. Кстати, примерно завтра или послезавтра, может быть, выйдет серия новая. Кстати, от крутого папы ничего не вышло новенького. Это вот в итоге здесь уже всякие милости. Ну и на этом можно закончить видос. Как вам понравилось, ставьте лайки. Сейчас я вот до конца все заскриню. Где они все? Есть тут тот кадр, где все они втроем стоят? Что тогда это будет вообще все окей? Это просто, блин, будет о май гад, наконец-то. Ура, это вообще отлично. Ладно, это можно заканчивать. Как вам понравилось, ставьте лайки. Подписывайтесь на меня, на мой ТГ канал, на Дом Студио, на Дафака. Ну, и на этом, думаю, можно заканчивать. И чтобы вы могли меня смотреть, на всякий случай скачайте VPN, так как в октябре должны заблокировать YouTube. Надеюсь, этого не случится. Но мы хотя бы даже с VPN сможем зайти на YouTube. И ладно, на этом мы заканчиваем. Как вам понравилось, ставьте лайки. Всем пока!